Чат, всем доброе утро. Я сегодня с маской пёсика, с кофеёчком. Уже вымыла голову, сделала ампулу для волос, ладоровскую, которую вам показывала в прошлом влоге. Маска уже почти высохла. Я с ней хожу порядка 20 минут. Вот, надо уже, наверное, её снимать. Да, можно уже её снимать. Вот, сейчас пойду завтракать, сделаю себе какой-нибудь, наверное, омлетик с помидоркой. Вот, и сегодня... Так, волосы нужно прочесать хорошенько. И сегодня у меня такой, наверное, будет домашний день, как обычно. В принципе, у меня дни мало отличаются друг от друга. Моя ежедневная рутина, какие-то домашние дела, рабочие моменты, обучение, чтение книг, уход за собой, развитие моего ребенка. Вот. Поход в магазины. В принципе, это и составляет всю мою жизнь. Вот. Ну, надеюсь, конечно же, отдых в виде массажа сегодня тоже у меня будет. Вот. По возможности буду снимать. Думаю, что вам интересно будет. Вот. Оставайтесь со мной. Так, девочки, вот так выглядит сейчас мое рабочее место. Я тут буду убираться и хочу навести порядок в своих очках. Вот, вы меня часто просите снять, что находится в моем туалетном столике. Сейчас, честно вам скажу, там бедлам. Нужно наводить порядки, нужно убирать, в общем, все это дело организовывать. Вот вообще штучка от игрушки ребенка. Вот, поэтому сейчас буду этим заниматься, буду организовывать здесь область. Честно говоря, я не знаю, у меня всегда проблема, как красиво и круто организовать очки свои, потому что они у меня постоянно в каком-то безладе, в беспорядке. Вот, я не знаю, как красиво это все сделать, в общем, чтобы они не царапались. Вот, их у меня достаточно много. Вот, сейчас буду все организовывать, протирать здесь пыль, убирать. Пульт от люстры нашелся, вот, пожалуйста. Так, это мазь на тот случай, если у меня вдруг простуда на губах вылезет. В общем, сейчас буду тут все организовывать. Это ужас. Значит, вот так вот я организовала свои очки. Существенно уменьшила их количество. Тут даже я отображаюсь. В общем, это только те, что я ношу. Здесь узкие по бокам. Ну, вот эти вот с сердечками вообще редко одеваю. Вот, в принципе, все поместилось. Приступила ко второй полочке. Смотрите, как ужасно испортилась поверхность, хотя я использовала эту штучку, ну, в общем, печаль. Буду сейчас протирать, использую такой вот полироль. Он, кстати, очень хорошо защищает от пыли. И вы знаете, что я поняла? Именно для мебели мне удобно использовать средства в виде спрея. Очень хорошо они распыляются, в общем, не затруднит ими пользоваться. Я думаю, что какие-то из духов все-таки протекли, и это очень обидно. Вот, значит, сейчас буду все это обратно складывать, переберу еще. Духов у меня в парфюмерии сейчас не очень много, даже сказала бы мало. Вот это, кстати, штучка для диффузора, очень вкусно пахнет духами, нужно заправить. Вот, вот этой штукой я вообще не пользуюсь. Она, кстати, наверное, у меня и вытекла, потому что она была полная. Буду выбрасывать. Это мак для фиксации макияжа. Тут мои перчатки, которые я одевала на ночь, я их выбрасываю, потому что они уже некрасивые и негодные. Так, тут свечка тоже, уже нужно ее утилизировать. Наушники мои сейчас буду их заряжать, 100 лет их не пользовала. Вот, ну, в принципе, сейчас это все буду расхламлять. Вот этим духам уже вообще 100 лет, в обед я их покупала еще, будучи в Москве. В Москве я уже, наверное, 3 или 4 года даже уже не была, короче. Вот, моя любимая штучка от Victoria's Secret. Сейчас буду ей, наверное, пользоваться. Еще одни из моих любимчиков. В принципе, все мои духи, вся моя парфюмерия расположена в видео о духах, о парфюмерии. Мой любимый парфюм, в принципе, ничего не изменилось, ничего нового я себе не купила. Вот эта штука у меня уже закончилась, но мне так нравится этот флакон, что у меня не поднимается рука ее выбросить. Хотя, наверное, нужно. А еще вот эту я юзаю
Но она такая, знаете, на лето все-таки тяжеловатая. Очень нравится флакон Moschino. Вот, ну, в принципе, сейчас-то все буду приводить в порядок. Я уже высушила свои волосики. Очень мне понравилась ампула, но повторюсь, что запах у нее специфический. Вот, ну, волосы такие, знаете, рассыпчатые, блестящие, не сухие, по крайней мере, пока. Вот, я еще их дополнительно увлажнила маслечком. В общем, мне понравился эффект. Обязательно закажу себе еще. Вот, я сейчас без макияжа, буду делать макияж чуть позже, когда вот это вот весь ужас уберу, вот, разберу, расхламлю, и буду уже наносить макияж, поеду по делам, мне надо будет в магазин заскочить, вот, потом в банк еще нужно заскочить, на почту, ну, в общем, все как обычно, все по стандарту. Вот, краситься особо, наверное, не буду, уже завтра у меня будет фотосессия, поэтому я думаю, сегодня коже, да, отдохнуть по максимуму. Вот, так что вот такие вот у меня дела. Небольшой перерывчик на перекус. Сейчас буду делать омлетик. Помидорки хочу, лук порежу. Вот, люблю такие завтраки. Сочные, полезные. Ну что, мой омлетик готов. Положила в центр немного сырочка. Вот, сейчас еще украшу зеленью и огурчиком. И буду кушать и дальше приступать к своей уборке, расхламлению. Знаете, наверное, сегодня будет влог-день со мной, потому что, ну, наверное, не буду дробить его на кусочки и выложу вечером. Вот, посмотрим, как зайдет такой формат. Пока организовала вот так, это временное хранение, просто чтобы упорядочить. Потому что я, честно говоря, не знаю... Как? Мне надо какую-то подставку купить для духов. Вот там свечи, которыми я пользуюсь каждый вечер, зажигаю. Вот. Пока так. Духов, как видите, у меня очень мало по сравнению с другими блогерами. 3 спрея сейчас. Надо пополнить 4 где-то еще. А вот от Yves Rocher с лавандочкой, мой любимый, тоже вот тут уже активно пользую. 4 спрея. 3 спрея и эти такие вот духи с парфюм Ситиком, которые рекламируют все блогеры просто в Инстаграме. Взяла Тизиану. Очень такой долгоиграющий запах, тяжелый, и с ним легко переборщить. Ну, в общем, как-то так. Пользуюсь, я уже рассказывала, что спреями и эскадой. Вот, вот этот аромат, кстати, Мон Герлен, вообще абсолютно мне разонравился. Абсолютно, я его, наверное... отдам маме. Вот. Так что нужно срочно пополнять коллекцию каких-то новеньких ароматов. Ну что, девочки, приступаю к уборке. Пылесошу. Вот, как бы, такой помощник у меня. Уже много раз говорила, что это прям находка для меня. Вертикальный пылесос. Очень быстро все убирает. Все волосы, весь мусор. Теперь я загружаю стирку. Вернее, выгружаю ее. Сменила сегодня постельное белье. Сейчас пойдем с вами его вешать. Вот тут у меня бассейн, нужно его еще помыть. Машина у ребенка. Также нужно ее протереть, посмотрите, какое грязное стекло, прям кошмар. Вот, иду уже вешать белье. А здесь у меня такие вот цветочки растут сами по себе. Ну, собственно говоря, вешаю бельишко. А у меня такая вот удобная перекладина. Вот, постирала под одеяльник. Нет, это простынь. Вот, сейчас ее развешу, и пускай она сохнет. Очень удобно, быстро, если бы так в жизни было. И теперь минутка для себя. Буду читать книжку мою любимую. Очень мне нравится. Начала ее читать буквально взахлеб. И обязательно всегда беру блокнот, ручку для того, чтобы выписывать какие-то умные мысли. Всегда так делаю. Вот, девочки, зашла уже в магазин. Купила своей собачке такую вот косточку. Немножко поснимаю, покажу, что тут есть. Здесь и посуда, и отдел для растений, всякие вот удобрялки. Всегда здесь беру для того, чтобы подкормить цветочки. Всякая хозяйственная часть, канцелярия для деток. Вот любимый мой отдел с ручками. Всякие канцелярские штучки, развивашки, разукрашки. Большой выбор.
всего, чего хочешь. Дальше свечи, также мой любимый отдел. Люблю все нюхать, перенюхать. Такое вот все для дома. Ежедневники вот новые тоже поступили к сентябрю месяцу. Видите, цены абсолютно адекватные. Цены до 50 гривен. Ну и, конечно же, бытовая химия, куда без нее. В Еву я часто захожу. Купила такой вот литровый фэри, мой глаз упал. Всего лишь 34 гривны. Смотрите, все размели практически. Вот такие вот скидки. Частенько я сюда захожу. Я здесь прям отдыхаю. Не обязательно что-то покупаю, но люблю рассматривать все. Все полки. Вот мой любимый Ладор теперь. Здесь он стоит 200 гривен. Ампулы 4 штучки. Получается так. В интернете, конечно, дешевле. Шампуни. Огромный выбор. Масс-маркет в основном. Хорошие акции. Шампунь. Девочки, я выехала в магазин за хлебом. Конечно же, я не смогла пройти мимо Евы, Клевера. Клевер — это тоже у нас такая сеть магазинов, правда, наверное, только в нашем городе. Вот, такой вот у меня сегодня очень простой макияж, только реснички небольшие, такие персиковые тенюшки, и губы я уже съела. Ну, бронзер, хайлайтер. У меня сейчас, знаете, какой-то такой период высыпаний на коже, даже не знаю, с чем это связано, но я думаю, что с жарой. Вот, сейчас вам покажу, что купила. Раз уж это день со мной, буду снимать, наверное, все. Кстати, напишите, пожалуйста, вам нравится больше озвучка, либо же, когда я сразу говорю на камеру. Значит, купила я по акции, был такой Fresh Juice, всего лишь 35 гривен. Конечно же, цена шара. И взяла свое любимое масло лавандовое, я его обожаю. Как говорит мой массажист, на нем можно жарить котлеты. Настолько оно жирное. Мне нравится, я люблю. Меня нисколько не смущает такое вот ощущение на коже. Так. Сейчас заведу машину, чтобы не мешать. Так, здесь у нас продуктовые покупки. Как я и говорила, выехала за хлебом, булочки. И, знаете, присела на такие вот сырочки. Обожаю с утра с кофе. Мороженка купила. Вот ем только такое. Боже, оно такое вкусное. Это нежное какао. Шикарно. Так, тут малышу моему пластики, сок и там бананы. Ну, собственно говоря, и все. Здесь у меня покупки с Авроры. Я купила вот такую вот рамку. Распечатаю фотографии с новой фотосессии и повешу на стену. Как раз мне нужно было коричневую эту вот гамме. Так, ну, тут вроде бы все. А еще купила такой вот огромный, просто бутыль, 1 литр фэри. Очень такой большой, мне его хватит, наверное, надолго. Ну, я надеюсь, из всех я выбрала мятное дерево, чайное дерево и мята. Очень нравится запах. Да, я знаю, что фэри — это, конечно, не очень экологичное средство, но оно быстро вымывается, справляется. Кроме того, я очень тщательно споласкиваю. Поэтому, в принципе, я не переживаю. Вот такие вот были у меня небольшие покупочки. Вроде бы все вам показала. Можно ехать домой, отпускать маму. Мама у меня сидит с ребенком. Вот, сейчас, может, еще поедем в кафе, выпьем кофе. И, в принципе, вечером еще немного поработаю. Не знаю, заснимать вам этот процесс, ничего интересного, но посмотрим. Девочки, показываю вам небольшой шопинг, примерку. Зашла в магазинчик. Заинтересовало меня вот такое вот платьишко. Сейчас будем с вами мерить, как оно будет на мне смотреться. Вот так вот, девочки, смотрится. Платье мне не понравилось, как на мне выглядит. Как-то, не знаю, что-то с ним не так. Решила его не брать. Далее такой вот джинсовый комбинезон. У меня есть такой с длинными штанами. И вот с короткими тоже. Достаточно неплохо. Напишите, как вам, нравится или нет. Мне не очень нравится сзади, впереди красиво. И такое вот платье тоже джинсовое. Обожаю джинсовые вещи, мне кажется, они настолько какие-то стильные. Ну что, девочки, я уже еду домой. Сейчас меня ждет работа. Вот арбуз. И небольшие уходовые процедуры. Чай, книга.
да, уже вечером. Вот такой вот мой денек. Конечно, я вам прям не все показывала, но по стандарту мой день проходит именно так. Вот, такой спокойный, размеренный. Иногда, конечно, бывают дни более сумасшедшие, но сегодня именно такой день. Сегодня у меня была мама, она мне помогала. Так в основном мама приезжает очень редко, в основном приезжаю я к ней с сыном. Вот, поэтому кто там писал мне, что у меня много помощников, то как бы нет. Помощников у меня практически нет. Вот, конечно же, я отдыхаю, хожу на процедуры, вот, но в основном это не так часто, как хотелось бы. Для меня очень важно ходить на массаж. Это для меня, знаете, такой самый, наверное, большой вид отдыха, когда я могу поспать на массаже, отдохнуть, порелаксировать за целую неделю. Бывает два раза в неделю хожу по возможности, бывает один. Вот. Но в целом для меня сон и массаж – это самые основные виды отдыха. Ну и, конечно же, природа, которые меня наполняют. Ну что, девочки, вот и подошел у нас с вами конец влога. Подошел к концу день, на часах 10 вечера. Я сейчас пойду смывать макияж. Немного поработала, почитала, помыла посуду. Возможно, сейчас еще помою пол. Быстренько вам показываю, чем я пользуюсь перед сном. После того, как я нанесла свой кремушек, я обязательно наношу такую вот воду, это гидролат, но иногда могу термальную водичку нанести для того, чтобы активировать, да, крем, маску, я это так называю. У меня такой собственный ритуал, который поможет кремушку дольше работать на вашем лице. Очень хорошая вещь. Вот на данный момент у меня апельсин. Люблю лаванду также, она меня успокаивает, знаете, запах. Обязательно пользуюсь любимым своим Кармексом на ночь, для того, чтобы губы были увлажненные и ухоженные. Никогда не засыпаю сухими губками. Обязательно обрабатываю кутикулу на ногтях. Это у нас миндальное масло. Оно очень приятно пахнет, вкусненько пахнет. Вот. И даже мой мастер видит результат, когда я не пользуюсь, могу где-то схалтурить, и когда пользуюсь. И, конечно же, спа-процедура для ручек обязательно. Она, конечно, уже неприглядно выглядит. Вот, смотрите, как некрасиво. Ну, как есть, показываю. А в последнее время жарко, поэтому она даже в таком состоянии, в жидком. То есть абсолютно не нужно даже ее подпаливать. Очень классно увлажняет, питает кожу рук. У меня даже летом руки безбожно сохнут. И вот эти вот штучки, свечечки, это мое спасение. Очень приятно пахнет дымкой. Вот, девочки, буду с вами прощаться. Спасибо за то, что вы меня смотрели. Обязательно дайте знать, если вам понравился такой формат видео на моем канале. Буду вам очень признательна за обратную связь. И всем до скорых встреч!